Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Смотрю на чем ролика, хочу после этого канала Joyka Game. Он снимает видосики на Родина и не только. Ссылка на его канал будет в описании. Обязательно подписывайтесь, давайте его поддержим. И всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в финалочку на серии Родина Ролеплей Центральный Округ. Итак, чуваки, вышло глобальное обновление. Сегодня мы его посмотрим. Сегодня я не смогу вам показать, потому что, ну, добавили какие-то мелочи, потом... Багафиксы добавили, короче, ну, профиксили баги некоторые. Но много чего изменилось, список очень большой. Полный список можете почитать в официальной группе сервера. Обновление вышло буквально сегодня ночью. Пост был опубликован 11:30 ночи. На сервере сегодня действует X2 и X3 донат. Поэтому, кто желает там что-то задонить, возможно, то сегодня лучше всего это сделать. Я никого ничего не заставляю это делать. Итак, у нас изменили интерьер СБИ, теперь там новый интерьер, и сейчас мы его вместе посмотрим. Итак, давайте посмотрим, вот СБИ у нас находится вот здесь. Кстати, вышел новый модпак, я его еще не установил. У меня был бы это модпак, но я потом уже попозже новый установлю модпак, и обязательно сниму про него видео. Так, вот у нас новый, короче, интерьер, очень круто выглядит на самом деле. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас столовая находится, в принципе, для СМИ. Интерьер очень современный, очень красивый. Мне он нравится, на самом деле. Прям очень круто выглядит. Эти колонны. Ну, прикольно, прикольно, очень круто. Я думаю, вы со мной согласитесь. Я думаю, еще никто не снял про обновление. Я буду, наверное, первым, возможно. Потому что я снимаю рано утром, пацаны. Я все еще болею. Я просто... С 4 утра не сплю, потому что мне очень плохо было. Сейчас уже хоть получше стало, поэтому да. Кто не знает, я болею. Очень сильно заболел. Поэтому да. Нужно лечиться. Но видосики все равно надо же снимать для вас, пацаны. Также теперь, пацаны, владельцы бизнесов аренда могут изменять цены на машину. На каждую машину они могут поставить определенную цену для ее аренды, там... 500 рублей, 1000 рублей. Теперь каждый будет ставить цену, какую он хочет. Такая конкуренция будет. Я думаю, это очень прикольно. Кстати, профиксили то, что теперь на огородах, в домах, ну, в домах рыбака не будет пропадать рыба вообще никак. Это очень круто. Также изменили текст-драйвы, пацаны. Кстати, из-за того, что был рестарт сервера, походу, моя вся рыба пропала. Да, печалька, конечно. Ну, ладно, я думаю, это... Нужно было, видите, у всех все пропало, кто садил, я просто вчера садил, думал, оно вырастет, но не судьба. Ну ладно, смотрите, короче, вот, вот так тут теперь все выглядит, очень прикольно. Ну, лучше, чем раньше, везде так поменяли текст-драйвы, теперь есть зеленая зона, вам об этом будет писаться в чате. Можно как-то вот это время убрать, я, честно говоря, команду не помню. Так, ММ, охота добавили, видите. Об охоте. Но об охоте я вам покажу чуть позже. Насчет охоты, что там нового. Итак, засели новую деревню возле Кремля. Видите, здесь даже дома из погосты все еще. Это очень круто, но бизнесы, я так понял, еще не добавили. Бизнесы, скорее всего, да, еще не добавили. Ну, давайте посмотрим хотя бы. Онлайн сейчас, кстати, небольшой. Я на центральном округе играю. Мой ник здесь в Кирилл-футболове. Можете вводить мой ник при регистрации. Кстати, вот этот маппинг, что именно в своем Кремле, он уже был. Если что, это не новинка, я уже его видел. Поэтому можете сильно так не удивляться. Но это все равно очень круто выглядит, согласитесь. Прям очень круто выглядит. Я думаю, можно даже скриншотик такой сделать. Так, полетели, короче, дальше. Вот, видите, здесь очень много домов добавили. Они дешевые вроде бы как. И вы сможете спокойно их себе купить. Видите, тут уже некоторые раскупили. Ну, я думаю, здесь будет довольно-таки круто жить, потому что, ну, вроде Кремля, как бы. Но... Теперь в лесу можно убивать не только медведев, но и куриц. Так, давайте пробуем убить. Есть. Положил я ее. Все, вообще очень круто. Теперь выпадают прям охрененные призы. На самом деле... Так, забираем нашу добычу. Одна курица, короче.
Я долго искал эту курицу, но все-таки ее нашел. Курица не такая опасная, как медведь, короче. Поэтому как-то так. Ну, это все, что я мог вам показать, пацаны, из обновления. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Полный список, повторюсь, есть в официальной группе сервера, поэтому заходите туда, там есть и видеоролик, и описание есть. Я посмотрел и видеоролики, почитал, короче, поэтому и вам советую. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.